Всем большущий привет! И сегодня у нас с вами подборка классных идей и полезных советов. Так что, друзья, устраивайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра! Ну а сейчас я вам хочу немного рассказать о своем приобретении. Это вот такой вот мощный перфоратор от компании Greenworks, аккумуляторный на 24 вольта. Эта модель имеет бесщеточный двигатель, мощность 2 джоуля до 1000 оборотов в минуту и вес без аккумулятора практически 2,5 килограмма. Ну а так как на носу у нас дачно-огородный сезон, я еще приобрел вот такой вот мощный аккумуляторный триммер и отличный аккумуляторный культиватор на 40 вольт. Что касается характеристик триммера, он также как и перфоратор имеет бесщеточный мотор, захват покоса травы от 35,5 до 40,5 сантиметров и максимальный диаметр лески 2 миллиметра, ну и гарантия до 3 лет.
Ну и хочу рассказать, что плюсы вот такого вот аккумуляторного инструмента вполне очевидны. Это низкий уровень шума. Не нужно заправлять его бензином, либо таскаться с проводом. Ну и в отличие от бензиновых версий, не нужно дышать вредными выхлопными газами. Еще хочу заметить, что ко всей линейке 40-вольтового инструмента подходит один аккумулятор. Ну а сейчас, друзья, давайте вместе с вами соберем культиватор и посмотрим, как он работает. Пока произвожу сборку культиватора, расскажу вам немного о его характеристиках. Глубина культивирования составляет 20 см, а ширина 25 см. Скорость 200 оборотов в минуту. Культиватор оборудован четырьмя фрезами. Две внутренних, маркированных B и C, и две наружных, маркированных А и Д. Для правильной работы устройства фрезы должны быть установлены в правильной ориентации. Вес культиватора без аккумулятора составляет 12 кг. Так что, друзья, вот такой вот классный инструмент. Ну а на сегодня у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи, добра, пока-пока.